Всем привет! Моя новая посылочка от интернет-магазина «Мыло Опт» уже у меня. И сейчас я проведу небольшую распаковку товара. Открываем коробку. Я ее уже распечатала. Здесь у нас накладная. Так. И мои любимые ингредиенты. Так, набор баночек, бутылочек. Раскрывать пакетик не буду. Мерный стаканчик, вот такой, посмотрите, с отметочками, замечательный пластиковый. Так, хочу эту всю бутылку сразу показать. Так, это у нас мыльная основа для шампуней, жидкая. Так, не знаю, нету на ней бумажечки. Я уже так догадалась. Может быть, где-то отпала. Поищем. Обычно всегда есть. Так, вот эти вот красивые пакетики. Это наполнитель древесный для моих подарочных коробочек. Так, здесь их не одна штучка. Я даже не помню, сколько заказывала. По-моему, 5. Так, да, 4. 5. Все на месте по 20 грамм. Еще одна большая красивая бутылочка. Здесь уже с наклеечкой. Это масло миндальной косточки. 1 литр. Так, вот, производство Германии. Отлично. Здесь тщательно, аккуратненько завернута стеклянная палочка. Разворачивать я ее сейчас тоже не стану. Это процесс не быстрый. Так. Смотрим чудо-пакетики, что у нас здесь. А здесь у нас, я вижу, тоже флакончик. И вот такие вот ложечки. Ложечки. Вот, для кремов. Так. Могу раскрыть. Показать. Так, чтобы было удобнее, все покажу. Вот такой флакончик, это пластик. Так. А здесь у нас еще пипетки пластиковые. И вот такие вот ложечки. Я их использую для кремика. Хорошо, что на Мыло Опте есть все такие вот мелкие детали, но очень важные в деле мыловарения или производства косметики. Здесь у нас еще один стаканчик. Это термостойкий стекло. Тоже разворачивать не стану. Так, идем дальше. Огромный пакет с бутылочками. Здесь можно разгоняться. Так, масло виноградной косточки. Также Германия, 100 мл. Баночка пластик. Основа для лосьона. 100 мл, также пластик. Вот у нас протеины кератина, 50 мл, пластик. Я уточняю, почему пластик, потому что некоторые жидкости идут в стекле. Так, персиковые косточки масла. Полисорбат 80, 100 мл. Видите, все в темном пластике. Депантенол. Вот. Здесь у нас бензиловый спирт. 25 мл. Вот с таким удобным дозатором. Плацентарная сыворотка для укрепления волос. Так. Маленькие мои баночки. Отдушка со сна. Так актуально зимой. Вот. Отдушка горячий шоколад. Потрясающий аромат. Это у нас, кстати, Россия. А сосна, сосна тоже Россия. А вот апельсин с корицей у нас США. Я до сих пор не могу определиться, какой производитель отдушек нравится мне больше. Так, ароматический экстракт зеленого яблока Франции. Вот такая маленькая баночка.
А это краситель гелевый, шоколад, такой аппетитный макарончик нарисован. Так, Швеция. Здесь у нас все. И вот еще есть один сюда пакетик. Здесь у меня пакетики с черной глиной по 20 грамм фасовка. Вот такие. Кстати, производитель Украина. Вот и все, собственно. Вот такой заказ на этот раз. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Обязательно заходите. Потрясающий магазин с огромным выбором, с огромными скидками и с отличными ценами. Всем пока!